это действительно проходило у нас впервые. Такой вот здоровский, интересный конкурс, и вы поучаствовали, и вы знаете, ваши работы оценили. Наше жюри посмотрело, им было очень, завоевали. И с большим удовольствием представлю вам директора конно-спортивного комплекса «Эрифей». Это Наталья Петровна Алистратова. Хоть поаплодируем, хоть нас немножко, но тем не менее. Да. И именно она сейчас огласит победителей. Пожалуйста. 8 ноября мы планируем соревнования, и ваши все работы будут выставлены. А из некоторых работ мы сделаем постоянную композицию. То есть она у нас будет всегда. Анастасия, за участие в конкурсе рисунка. Спасибо тебе большое. Поздравляю. Спасибо. Надеюсь, это не последний раз. Передайте большое спасибо. Благодарность выражается Сорокиной Анне. Спасибо. Третье место у нас в конкурсе. Это очень было сложно. У нас уже мы все думали, сколько третьих мест назначить, потому что все работы были просто прекрасны. Поэтому мы выбрали два, да? Два пока места третьих. Итак, первое третье место занимает у нас Логинова Наталья. Очень стильный день, да? Прекрасная работа, спасибо большое. Так, и 8 стиль рифей третье место занимает Дюндина, да, Анастасия. Да. Есть такая? Можете... Спасибо большое. Так, второе место. Матвеева Дарья. Очень прекрасные работы. Я их все помню. Кто у нас такой великий художник? Вот из работ Дарьи и Полины мы будем делать постоянную композицию нашего комплекса. Это просто действительно талантливо вообще в стиле Рафаэла, наверное, Микеланджело и всех остальных. Да. Спасибо большое. Нам очень понравилась ваша работа. Наша лошадка, это на память, да. Это на память такое большое. Спасибо. Будет напоминать тебе в течение. Извини, что ты участвовала в этом конкурсе, что стала победительницей, конечно. Приезжайте смотреть на свои работы. Было приятно, что вы отнеслись к нам. Вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, что это вам понравилось. Продолжение. Мы тоже благодарны вашей школе. Мы готовы.